организаторы красавчики. Подвезли в раме энергетик, воду. Кайф просто. Молодцы. Организация на высшем уровне, так сказать. Так, Басик с тренировки пришел. Мы тут шалаш соорудили еще. Че, как впечатление? Прям последний проезд был огонь. Все, его вчера надо было сделать в квале сразу же. И это было бы, блин, ну, 100 баллов там вряд ли бы нарисовали. Привет некоторым. Но это было бы 95+. Все, готовы. Всем привет. Прошел парад пилотов. Я вот вернулся. Это просто час на солнце. Было максимально жарко. Пацаны готовят тачку, через 5 минут стартуют заезды ТОП-32, а я пока пытаюсь немножечко остыть. До встречи на разгоне через 5 минут. Ну, у нас впереди ТОП-32, у нас даже тут минутка славы. Говорят, даже покажут по телевизору. Туда-сюда новости, вся беда, все красиво. К сожалению, проиграли. Есть только единственный плюс, когда на улице плюс 36 и ты проиграл ТОП-16, ты уже сидишь с пацанами, пьешь холодненький коктейльчик. Обидные пацаны сейчас едут в корчах, им очень жарко, как вот на сковородке. Так что болеем за пацанов, давайте. Так, открываю крузака, у меня тут какая-то штука непонятная на тормоза давит. Потому что вот тут есть гениальный механик, он вспомнил, что у нас тормоза в дороге пропали на прицепе. Ну, точнее, фонари. И он решил разобраться. Ну, вот это вот наклеечка не зря на футболке. Итак, мы выдержали эти два жестких дня. Плюс 36. Было классно. Жалко, что не получилось до тумбы доехать. Вот еще на прощание надо сказать команде организаторов, что все было очень круто, классно. Спасибо, спасибо за приглашение. По технике, блядь, это за приезд, спасибо. Вообще, Глебать и вообще все ждали давным-давно. И теперь Глебать. Ждем 1 сентября. Понятно. Все, до встречи на разгоне. Итак, приехать в Тюмень.
и не прогуляться пешком по вот такой вот красотище. Просто преступление. Поэтому мы гуляем.